Доброго времени, дорогие зрители проекта «Путь сердца». Мы в этой вселенной «Путь сердца», как вы помните, исследуем путь под разными гранями, с разными людьми, представителями совершенно разных тоже вселенных. Мы встречаемся, знакомимся, общаемся. И цель наша – посмотреть на то, как люди распаковывают свою жизнь, как они приходят к пониманию себя, как они проходят через свои испытания, падения, взлеты, как они идут к реализации своего потенциала. И сегодня у нас встреча с нашим другом, с нашей подругой. Это Марго, Маргарита Хантемирова. Привет, Марго. Марго для нас как раз именно такой человек, который, она в пути, как и мы все. Она идет по своему маршруту, четко понимая, что она делает. Я не знаю, всегда ли она знает, куда ей идти или нет, или она просто слушает себя, слушает мир, ее направляют. В данном случае мы находимся на острове Копанган, далекий достаточно остров. Сюда не так-то просто и добраться, но, честно говоря, это пространство, которое Марго уже достаточно много лет создает, это большая отдушина для родителей, которые путешествуют, которые работают удаленно, которые приезжают, чтобы жить в Таиланде, потому что можно быть спокойными, что дети не просто пристроены, они получают классное школьное образование. Марго – директор школы, причем не просто школы, а это очень интересная, необычная школа. Сейчас мы попробуем это распаковать. А как это вообще быть директором в детском пространстве? Я понимаю, что вот когда мы тогда пришли, мы как преподаватели актерского мастерства для взрослых людей, мы пришли в мир детства, и мы поняли, что все, что ты там планируешь, заранее прописываешь себе программу, классно будет с детьми сделать, приходишь и понимаешь, что это тар-тарарам, просто все разлетается. И мы тогда поняли, что мы, видимо, пока еще не доросли, не дозрели до уровня работы с детьми. Вот мне хочется спросить тебя, как это вообще быть директором заведения школьного с нуля, созданного своими руками? Непросто, это точно, но это мне безумно нравится, потому что для меня это такая моя практика вообще моего развития, распаковки. Я чувствую, как с каждый возраст, да, у нас с 6 до 12 лет, возрастная категория детей, я вижу, как я вместе с ними расту или снова падаю там, до 5-летнего возраста, там, или снова становлюсь подростком. Это для меня практика, поэтому мне нравится. Мне нравится быть директором, и мне нравится, если честно, больше тусоваться с детьми, чем со взрослыми, хотя приходится и с теми, и с другими, потому что мы работаем и с родителями тоже. Вот. И я прям не чувствую себя царицей там в детском пространстве, я больше, наверное, для них друг, потому что только когда в дружеских вот отношениях с ними, когда я себе разрешаю быть ребенком, я могу что-то сделать, могу повлиять, могу задать вектора, куда им нужно идти. Вот. Я не всегда знаю, куда идти, это точно. Для меня интересно всегда, что же там будет. Вот. И каждый раз, когда приходят дети, я влюбляюсь в них. Каждое утро, друзья, когда привожу дочку в школу, я вижу, как эта вся история происходит, как здесь царит и порядок, и хаос, и все это очень быстро меняется. И иногда я вижу, Марго бывает строгой. И вот она и мягкая, и друг, но при этом она держит эту центральную линию свою. Так это. И на самом деле здесь миллион тысяч разных всяких вещей, элементов, и которые слагают всю эту вселенную. Но интересно, как вообще это все вот, как это все собрать, и еще более того, получить вообще право и аккредитацию для того, чтобы аттестовывать детей, и чтобы это было действительно образовательное учреждение, чтобы это была школа. Мы все-таки акцент делаем на творчестве. У нас творческая школа. У нас есть базовые предметы, такие как русский, математика, английский. Но основной акцент – это творчество. Мы стараемся сделать так, чтобы эти предметы базовые тоже приобретали форму какого-то искусства. Я видел Марго как перформера. Она
заниматься перформансом и всякими общественными разными штуками, типа того, что вот прямо сегодня после съемки она организовывает мероприятие для художника, который приехал, который является педагогом. Сюда приезжают интересные люди, и особенность этой школы в том, что очень необычные люди, когда приезжают, они оказываются здесь и ведут для детей какие-то разные направления. Сейчас существует очень много потрясающих методик, и учителя, которые к нам приезжают, они, как правило, все со своей авторской программой приходят. То есть это такие учителя-универсалы, художники. Вот. И они, когда начинается сезон, мы смотрим, кто наша команда, с чем мы пришли, с каким багажом, что мы можем сделать в этом сезоне, и мы составляем программу, уже базируясь на нашем опыте. Почему мы захотели вообще и предложили Марго поучаствовать вот в этом фильме? Для нас как раз интересна вот эта уникальность, то, что есть база, которая... Я, кстати, этих преподавателей вижу. Это весьма собранные, четкие люди, видно, с бэкграундом учителей школы, которые вот здесь, вот в далеком острове, теперь просто живут. И они преподают и ведут направление. Но плюс к этому всегда вот что-то есть особенное. Интересно, потому что здесь ставятся театральные постановки, и Марго как режиссер и постановщик вместе со своей командой делают удивительные вещи. И вот мы приехали под Новый год и увидели совершенно невероятную волшебную японскую сказку. Да, философская история. И вы тоже сейчас это видите, друзья. Вот это что за философская история? Ну, сценарий пишу тоже я. Для меня это как такая рефлексия всегда. Я думаю, что бы я хотела сказать, показать детям и родителям в том числе вообще о себе, о том, что я сейчас проживаю и что для меня важно. Эта история происходит в Японии. Это кошачий мир. И пропадает дракотный камень. Дракотный камень? Дракотный. Дракотный, да. Мы соединили, так как год дракона и котовская история, мы соединили, получился дракотный камень, дракотный, который исчез из храма кошек. И по легенде, если что-то случается с дракотным камнем, люди перестают любить кошек, перестают их гладить, подливать молоко в сложный день, и вообще вся магия кошачья пропадает, его срочно нужно спасти. И там дело происходит в императорском дворце, и выясняется в конце, что украл сам сын императрицы, чтобы быть в глазах мамы очень таким отважным, и чтобы перед подданными ему казалось. Но в итоге мама его защищала весь спектакль, что нет, это, там, может быть, черные коты, а может быть, это там дворовые коты, но не только не мой сыночек. Но в итоге это был ее сыночек. Часто такая история случается о том, что родители не хотят видеть в своем ребенке какие-то темные стороны, а они существуют. Да, он может что-то сотворить. И это нужно видеть, иметь смелость видеть о том, что твой ребенок может сделать то или иное. Вот такой был посыл, если вдруг непонятно. Это очень понятно. И более того, я еще увидел один пласт, который для меня важен и близок сейчас был. А ребенок хочет оправдать ожидания мамы в ее глазах. Вот сделать что-то такое большое, великое и важное, и при этом он приступает к какой-то грани вот дозволенного, недозволенного в мире общественном. И вот мне кажется, это красивые, на самом деле, архетипические вещи, которые, наверное, каждой семье в какой-то мере знакомы. И важно, наверное, еще через как раз творчество такие вещи пробуждать, потому что так же мультфильмы создаются, так и сказки создаются, и это является такой некой арт-терапией, это очень, мне кажется, это педагогично. Она. Потому что дети, они как бы играют, и они этот сюжет, они его сами проживают, они же там его рефлексируют, осмысляют. Я заметил, что у Марго здесь кот. Да. Я вижу в этом пространстве много котов, и вот вы тоже видите дракотный, тот самый большой дракотный голова. Это, кстати, тот дракон из спектакля, да. Это дракон из спектакля, там мы видим флаг, где из-под солнца вылезает чеширский кот. Кстати, вы, друзья, заметили аналогию, как насколько похожи Марго на чеширского кота? Она, между прочим, такая волшебница в этом пространстве со своим вот этим незримым обаянием. Она всегда чувствуется, даже когда здесь ее нет. Я вот приезжаю и чувствую, что это мир Марго. Знаешь, вот мне хочется сейчас вот простроить, поскольку наш проект, он это психологический проект, про путешествие героя через этот мир, про поиск своего пути, про нахождение, про распаковку потенциала. Тема очень актуальна, когда в
какой-то момент жизни экзистенциальные вопросы становятся настолько важными, что люди набирают в поисковике предназначение, призвание, дело жизни, миссия, озадачиваются этими вопросами. А зачем вообще это все было? Зачем я в этом мире? За что, вот куда я иду и что я вообще после себя оставлю глобально? И вот мне поэтому интересно, как ткется сценарий жизни вообще героев, которых мы приглашаем. Мне очень интересно, были ли где-то здесь сейчас, вот как это ты видишь, отголоски в прошлом, в детстве, какое твое прошлое, что тебя сподвигло вообще на уровне каких-то внутренних мотиваций, какие-то моменты жизни, соткалось множество всяких событий, знакомств с людьми, я знаю, что это много всего, и то, что ты вот и режиссер, и постановщик с детьми вот этих сказок, ты делаешь педагогические вещи, обучаешь, что вот тебя к этому привело, что все вместе соединилось вот в таком вот деле жизни? Ну вот сейчас я рефлексирую свою жизнь, мне сейчас 40 лет, я понимаю, что у меня был дар, который развивался на протяжении моей жизни, и вот это произошло, и получилась вот эта школа, которой уже 6 лет, и она в стадии развития, и я помню четко, как в 5 классе к нам зашла наш худрук, художественный руководитель школы, и сказала: так, мы набираем, мы делаем там передачу, надо будет, короче, вот взять желающих. И я первая была, лишь бы не учиться, потому что я не любила учиться. Я все время почти провела на сцене. Я была капитаном КВН, команды КВН. Я делала всякие усилительные мероприятия. И вот тогда, в 5 классе, я поняла, вот благодарю этот день, когда зашла это художественный руководитель зашла, ее зовут Зульфина Фаисовна, я помню. Это единственная учительница, которую я люблю, прям вспоминаю с теплом, которая мне как раз-таки дала эту возможность увидеть. Мы делали всякие постановки, я всегда писала сценарии, режиссировала совместно с другими, конечно, ребятами тоже. Ну, потом уже, чем старше становилась, то самостоятельной. И сейчас я понимаю, что все то, что я тогда получила, тот опыт, он сейчас и зафиксировался вот в том, что я сейчас делаю. Это круто. Я вижу свой дар, художественные руководители, продюсеры. Я умею собирать команды. У меня потрясающая команда. Каждый год, каждый сезон — это уникальные люди. Ну, прям вот без лишних там слов это так и есть. Вот они, смотрите, вот. Ну, это любимые питомцы детей. Тут еще есть гуси, собака. Мы — преподаватели. Я Александр Восмуш, художник для детей и тех, кого обучаю искусству акварели, мультиков и так далее, я мистер Браш. Вот. На самом деле, эта школа, это мечта каждого ребенка и меня. Вот когда мы были маленькие, мы строили где-то штаб, были какие-то старые подвалы, чердаки, какие-то веревки, фонарики, всякие там эти пустые бутылки из-под шампуня. Я вспоминаю просто советское, да, свое детство, юность. И, ну, о таком даже никто не мог и мечтать, потому что читали книжки, были какие-то фильмы про этих «Остров сокровищ», там «Приключения Тома Сойера», вот где-то вот туда и сюда, потому что в этой школе есть всего понемножку, и это такая эклектика счастья. Никто не знает, что такое пятерка, единица. У меня вчера был мастер-класс для учителей и их друзей, ну, для взрослых. Вот. И иногда я очень строгий, когда вот я повторяю, что, пожалуйста, вот так, голова поменьше, компонуйте в листе, так сказать, фигурку поменьше и повыше. Ну, мы же все-таки шутим, мы такие уже. Я как бы выгнал из класса, хотя мы были на берегу моря в Малибу пляж, то есть все, свободная одежда, там, купальники. И я выгнал из класса практически, я даже предупредил, что будете плохо слушать ушами, мне придется выгнать вас из класса в море. Ну, вот такие у нас, да, такая наигранная строгость. Ну, вот через шутку все это мы понимаем, что такое акварель, потому что все-таки где-то больше у нас на живопись. Живопись, графика, каллиграфия, рисуем без карандаша. То есть сразу хлестким ударом рука, там, крыло, там, паучок, веточка, чтобы не сю-сю, а вот как мушкетер уже такой профессиональный, дуэлянт, раз и положил шедевр.
Тухватшин Марат. Я приехал сюда из Москвы, а в Москву приехал из Уфы. Я преподаю детишкам каллиграфику, я так называю. Это не совсем каллиграфия, это больше графика с элементами таких, написания текста, букв, текстовых штук. И рисуем также, преподаватель рисования, живопись. И также из бамбука мы делаем всякие поделочки. У меня нет такого, что какой-то план там надо выполнить, или давайте вот сегодня ворону будем делать, или жирафа. Я стараюсь давать такие темы, чтобы они отзывались у детей, то есть ну, то, что они хотят, собственно. И каждому, у каждого индивидуальная какая-то работа получается. Я всегда восхищаюсь. Мы есть способность сотворчества. Мы вместе, как один организм, делаем это все. Я одна, конечно же, не смогла бы, потому что ну, это сложно. Вообще сложно быть директором школы. Вот, а еще помимо детей, вот у меня есть еще как пласт родителей и педагоги, и это тоже работа. Раньше я отнекивалась первые годы. Да нет, господи, только не эти масштабы. Когда я увидела просто масштабы того, что я начала делать, я говорю всегда так, короче, отвага и слабоумие мной управляли в тот момент. Вот, я когда только начала это делать, я поняла, встала на пороге масштаба, я увидела, насколько это огромная история, за которую нужно все-таки отвечать, как взрослому, чем самой повзрослеть и сказать, окей, я готова, давайте. После того, как я это приняла, я увидела, что как будто бы, может быть, я не знаю, насколько это... Как будто я иду по сценарию, который уже написан. Сейчас, вот спустя 6 лет, имея вот этот опыт, я периодически впадаю в такое понимание. Оно редко бывает, но я вижу, что пишу сценарий-то я сама. Ага. То есть это моя рука пишет сценарий. То есть, вот. Но иногда мне проще сказать, окей, господи, я иду по твоему сценарию. Но это что, совместная работа. Что-то пишет твоей рукой. Да, но это совместная работа в любом случае. Кроме того, что у тебя школа, где ты участвовала в КВНах, не любила учиться, как мы поняли. Не зато любила. Теперь она любит обучать детей, создавать для них предпосылки для многогранного развития комплексного. И вот для меня особенная красота, что... Как бы, знаете, это как все время мониторить пространство с точки зрения интересных знакомств, интересных, уникальных людей. Потому что вот на прошлой неделе я здесь был, когда здесь вот за этим столом происходят уроки по живописи акварельной, и преподает человек-легенда, я так понимаю, что... Да, Александр Воцмуш. У нас каждый сезон какая-то легенда преподает. Это уже это. Это легенда акварели, и я думаю, что мы, если говорить про тех людей, только которых вот, например, я встречал, вот, может быть, друзья, вы помните, у нас рубрика «Путь Творца». Я, кстати, этот фильм тоже к этой рубрике отношу. Внутри «Пути сердца» есть рубрики «Отношения», «Осознанное предпринимательство». Есть направление «Путь Творца», где люди идут по пути архетипа «Творец» и постепенно про ошибки, про падения, где-то про факапы, фейлы какие-то, подъемы. Но про то, как вот этот путь, он сам распаковывается, и как, и что нужно сделать, предпринимать, и вот поделиться какими-то ключиками. Я знаю, что одна из героинь нашего «Пути Творца», Мария Ширяева, например, она преподаватель эмоционального интеллекта для детей, ну, практики mindfulness, практики осознанности для детей, умение детям разбираться в своих эмоциях, то, что они чувствуют, корректно это выражать, чувствовать чувства других людей. И мы все знаем мультфильм пиксаровский «Головоломка», где это было очень круто, просто показано вообще наш внутренний мир и способность с этим распознавать вообще в этой вселенной. И как, и мы много думали с Лу, с супругой с моей, как круто, если в школах будут детям это с детства обучать вообще распознавать свое внутреннее содержание. И вот я знаю, что она года 3, по-моему, вела предмет, да? Да, она вела у нас Mindful, 100 китайских иероглифов и глину. Mm. У нас керамическая мастерская вообще появилась благодаря Маше и Mindful-овские практики. Сейчас у нас есть нейропсихолог, который занимается тоже подобным. Wow.
вещами. Нейропсихолог. Я имею в виду, да, нейропсихолог. Это очень связанные вещи, где человек, где ребенок может определить, что он сейчас чувствует прямо сейчас. И у нас день в школе начинается с общего круга, где мы тоже делаем mindfulness практики, чтобы настроиться на день, чтобы они понимали, как я сейчас и что я могу вообще, что, может быть, сегодня я вообще хочу просто посидеть, порисовать и ничего не делать. Такое тоже возможно в нашей школе. Ну, вот. Очень интересно. А вот когда Марго нам предложила, что окей, давайте ваша дочка будет учиться, а вы в обмен попреподавайте для детей, для нас это была точка роста и развития воображения, актерское мастерство перевоплощения и эмоции. И ну, мы поняли, что можно эти планы подальше выкинуть, когда с детьми выходишь. И единственный способ – это игра. Через игру заходит это вот образование, обучение. Все, что здесь происходит, это дети сами творят вместе со взрослыми. И делают это через обучение всяким разным профессиям. Я так понимаю, что вот эти вот большие головы, которые вот эти большие маски, японские ворота, всякие разные предметы, которых здесь просто миллион. Вот мы с нашим как раз оператором Димой походили и поснимали здесь, посмотрели. Нас очень много всего впечатляет. Я думаю, сколько же здесь всяких всевозможных дисциплин и предметов происходит. И причем интересно, что в зависимости от того, от сезона, от того, кто прибывает, кто приезжает, это некая адаптивность к ситуации, к пространству и умение организовать, продюсировать возможность для детей. Вот это вот красота. И вот куда я веду. Мне хочется сказать, что здесь есть много людей, которые, про которых можно отдельно рассказывать, потому что действительно все, весь коллектив – это очень красивые люди, которые вкладываются, жизнь свою сюда вкладывают. Но мне хочется сказать, что у них всегда еще очень все вкусно. У них, у Марго есть партнер, с которым они всю дорогу вместе идут. И ты, может, сама чуть расскажешь про него. Я хочу сказать, что он же и муж твой, насколько я понимаю, и партнер. И еще и моя дочка, наша дочка Тея делала вместе с Моней, его зовут Моня, как его полностью зовут, я не знаю. Моня. Моня. Вот, он повар главный, это вот его царство, государство, готовка. И всегда очень все вкусно, всегда заходишь в это пространство, здесь целые тазы просто фруктов. Никогда не было по-другому. Здесь всегда всякие вкусные угощалки. Каждый день, когда я приезжаю, я с утра не успеваю иногда часто там перекусить, всегда и родители накормленные, и дети накормленные, дети ходят, как сытые коты, такие, а я не хочу, а у них тут выбор такой. То есть насколько как бы с большой любовью, тут вообще каждый элемент соткан, собран. А вот тут скажи, если копнуть вот психологию твоего детства вообще, а как вообще твое детство проходило? Ну, как говорит мой психотерапевт, что все, что я сейчас делаю, это такая компенсация того, что у меня не было в детстве. Мне очень нравится с детьми. Я для себя это открыла вообще, вот когда создавать начала, что я, оказывается, люблю детей. Я очень люблю, даже больше, чем взрослых. Мне с ними намного комфортнее. Все, что со мной сейчас произошло, это я оцениваю как очень мощную вещь, свою реализацию сейчас через школу, через общение с детьми. И то, что было у меня в детстве, ну, в детстве у меня было... Уличное дворовое. Да, уличное дворовое. И мама с папой развелись, когда мне было 5 лет. И мама посвящала времени работы, чтобы нас прокормить. И тогда мне казалось, что я не люблю до какого-то времени, даже до буквально недавно я только поняла, что какую работу мама проделала. Я ей очень благодарна за то, что все, что произошло, то, что она старалась и создавала для нас как могла. И именно те сложности, которые я проходила в детстве, они сделали меня вот такой, какая я есть, очень сильной, классной женщиной. Вот, и я благодарю свою сестру за то, что она меня троллила все детство. Да, она меня обзывала и не любила. Но сейчас это у нас какие прекрасные отношения. Она помогла. А вообще, на самом деле, мама и сестра очень мне сильно помогли, как морально, так и материально создать все это. Это был их вклад. Я вообще иногда рассматриваю, что ничего себе. То есть, получается, они как-то по женской родовой линии доверили мне распаковать
какие-то свои недочеты, которые они не смогли или там еще в процессе этого, через вот то, что я делаю. Потому что здесь в школе с детьми работая и со взрослыми тоже происходит просто абсолютная мистерия. Это, не побоюсь, вот исцеление каждый день, когда полный, когда дети тут чувствуют себя безопасно, они чувствуют себя как дома. Это очень важно. И вот это создать. У меня это в детстве было. Мама, мы, конечно, были сыты, но у нас не было внимания. Здесь они, дети, получают и внимание. Потому что, еще раз вспомину о нашем потрясающем коллективе, о моем супруге Моне, который такой хлебосольный, всех накормит, бутербродик сделает. Никто не останется голодный. И это одна из фишек, действительно, важных вещей – покормить вкусно. Я знаю, что Марго занимается перформансом, и я чуть это можно коснуться, да, этой истории? Конечно. Она, может быть, и для плюс это 18, но я не факт, что мы вам ее покажем. Но про то, что перформанс – это у нас это отдельное исследование, и это про то, что иногда там Марго может позвать Моню, пошли, как бы, он не знает, что будет. И она сама не знает, что будет. Какие-то есть, возможно, продуманные ходы. Но когда начинается, вот сидят зрительский зал, и вдруг есть акт проявления, акт перформативный, и Марго начинает делать какой-то эксперимент, работа с зеркалом, зеркало – это Моня, и он готов идти со своей супругой на все, что угодно, и вдруг они начинают идти там в наготу, да? И это тоже про то, что на самом деле готов во все тяжкие. Огонь, вода и медные трубы. Я знаю, что Моня такой смотрит на Марго такой и как бы идет с ней. Но это на самом деле я через перформанс говорю про партнерство по жизни, потому что, конечно же, вот мы приезжаем, Моня есть всегда, Марго здесь не всегда, когда нужно, она где-то отсутствует, когда нужно присутствует. Но я помню, подхожу к Моне и спрашиваю, а где Марго? Он такой, говорит, ну, Марго там свои дела. Такой, а что такое? Такой, держит поляну. Да, ну у нас, я прям смело могу сказать о том, что у нас союз силы такой получился. Мне очень повезло встретить Моню на первых этапах вот как раз-таки создания школы. Это в школе было, наверное, месяца 3 только, и мы встретились на фрик-пати. Были такие все, вот, и он, все, мы стали вместе жить, он... оказался еще учителем математики, он математик, он играет с детьми шахматы. То есть пока он готовит, он может еще партийку там сыграть. Это моя половина, вторая половина, которая вот просто... Мы одно целое, вернее, вот когда меня нет, я доверяю. Но этому училась я тоже, это время. Мы вообще 4 года поначалу жили в школе, потому что мне казалось, что невозможно... Если я уйду куда-то, там, то что-то не то будет, и не будет так домашним, по-домашнему, как... Я хотела бы, а сепарация произошла буквально 1,5 года назад, у меня прям как с ребенком, знаешь, когда я переехала из школы в свое пространство, у меня прям такое, как будто я с ребенком сепарировалась, такое чувство было. Ну, мне деваться некуда, я учусь доверять всем, кто тут есть, кто существует, и своему мужу, и преподавателям, ибо можно... свихнуться, если все это контролировать. Вот. Знаешь что, вот мы сейчас заговорили про... про мужа и про спутника и про партнера, и я вспоминаю, у меня однажды такая поправка была, у нас были герои супруги Гратовски, Николь и Александр, это интересная очень пара, которые всю жизнь все вместе делают, во всем партнеры, и я им задаю вопрос, говорю, скажите, а вы разделяете ли вы одно предназначение в этой жизни? Он говорит, почему разделяем? Откуда это слово? Мы не разделяем, мы объединяем. Мы, да, действительно проходим, мы искренне уверены, знаем, что мы проживаем. У нас у каждого есть свое, какое-то тело жизни, свое предназначение, да, но вот мы вместе одним делом живем. Я так понимаю, что у вас тоже вот как бы сейчас на этот этап у вас там одно предназначение, это вот отдавать детям воспитание и образование, и делать это интересно. Ты так вот, можно так сказать, что это... У вас общее предназначение сейчас? Да, да, это общее предназначение. Мы четко понимаем. Это поначалу... Вообще, с самого начала было понятно. Потому что у Монька, когда приехал на остров, он приехал раньше меня. Это было... Он уже был на тот момент где-то 4 года жил здесь. И он изначально сюда приехал делать с другом школу. Но у них не получилось. Да, и потом мы встретились с ним, когда... Он такой тоже... Прикольно. Ну, короче, мы как хлеб с маслом получились. Вот. И у меня впервые в жизни такое партнерство. И я
Очень рада. Я вообще очень фартовый, везучий человек, мне везет. Вот. Во, и сейчас мы будем вот эту тему копать, ладно? Давай. Чуть-чуть. Когда мы говорим про уникальность к построению этой вот вселенной для детей, мне вот что хочется отметить, что, ну, например, у них бывают, например, выходной день, и у них есть, например, день индейца, когда они все идут в лес, в джунгли, а, между прочим, джунгли – это не просто лес, друзья, они идут к их другу, тоже один из наших героев был, и они там учатся там разжигать костер, печь овощи на костре, там, я не знаю, купаются в водопадах, похлебку делать. То есть они проживают день индейца полностью, от начала и до конца, от и до, от входа и до выхода. Или, например, у них есть предмет, который, кстати, наша дочка посещает, это морское дело, яхтовое дело, да? Как? Катамараны, парусные катамараны. Парусные виды спорта. Представляете, они учатся водить, управлять, и что нужно знать вообще о море, что нужно знать там, вязать как морские узлы. Управлять как, ветром. Управлять ветром. Как вообще не утонуть? Как вообще выжить? То есть, ну, какой-то. И я так понимаю, что преподают это не просто. Это мастера, кандидаты, мастера, мастера спорта, которые занимаются и работают с детьми, которые учат, обучают. Даниэла и Женя. У них здесь два катамарана, это моя подруга и друг. Вот, и мы объединились, у нас такое направление теперь есть. Ну, мы живем на море, но это грех просто не пользоваться вот то, что... Ну, это, в общем, про то, что на самом деле, представляете, сколько можно всего в одном царстве-государстве познать через... Когда, ну, это интересно организовано. Я знаю точно, что детям очень интересно учиться по своей дочке. Я знаю точно по себе, что когда учиться неинтересно, меня вот... Фиг что-нибудь заставит. Я понимаю, что для меня, вот если это интересно, есть вдохновение, вот, то на этом вдохновении создается вообще вот этот розжиг огня. И интересно тогда и как бы усваивается. Я вот хочу сказать, что задача проекта «Путь сердца», наше вот предназначение, миссия, мы видим в этом, это как раз делиться этими ключиками и вдохновлять. Как раз, потому что если ты сам вдохновлен, то ты можешь вдохновить. Если ты не вдохновлен, то как бы как это получится? И поэтому мне вот хочется сказать, что вы вдохновляете детей, поэтому интересно. А есть ли у тебя план дальше? Вообще, куда это все идет? Или ты просто в теле? Я не знаю, куда все это идет. Я не могу. Ну, куда-то идет, это развивается. Я никогда не особо не вижу, как там. Я просто делаю, а оно распаковывается, и я. Ого, ничего себе, я, ну, то есть у меня какого-то ожидания, может быть, оно какое-то есть легкое, там я бы хотела, чтобы у меня там еще было пространство для одной группы, я бы добавила то, все. Вот это, конечно, существует, я потихоньку делаю это, но в целом я не вижу картинки, мне так нравится больше, я просто пробую. И вообще, вот о нас, ты сказала про самобытность, это действительно так, в этом и есть фишка. Тоже. Мы такой, знаешь, синтез разных методик, программ педагогических. Мы такой эксперимент творческий, образовательный творческий эксперимент. И я, ну, не стесняюсь этого. Я понимаю, что я вообще такой человек, чтобы я не люблю учиться, но я вот себя благодарю за то, что я очень смелая. И у меня такой исследовательский дух, который меня ведет сюда. Я не знаю, еще раз говорю, куда... как это все работает, и я доверяю. Я вот про театр честности, про который ты упомянул, импровизация, перформансы делаю, он как раз направлен на то, чтобы прямо сейчас понять, как я, что я хочу, что я себе представляю, что я хочу прямо сейчас сделать. Прямо в это мгновение. И я, это для меня опора. То есть доверять тому, я, конечно же, йога, танцы меня очень помогают видеть направление, куда мне идти. Я иду туда, как вот прям, да. По-шамански вынюхиваешь путь. Скорее всего, это какая-то действительно прошивка. Я ее не могу как-то характеризовать. Но я за нее благодарю, потому что я могу, я знаю, что всегда танец или йога меня вернет в центр, и я смогу оттуда увидеть, куда посмотреть ясно и двигаться. А так у меня, не знаю даже, что тебе сказать. Ну, я быть смелым и пробовать разное, действовать. И тогда что-то получается. Это моя любимая
конфигурация. Я просто тоже такой, наш Иван-дурак. Иду туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Но это же на самом деле по Джозефу Кэмпбеллу путь большого приключения. То есть это такой тот шаманский путь, когда ты слышишь зов. И как вот недавно друг нашего проекта, для нас старший брат в какой-то мере, человек, который создал проект «Люби то, что делаешь», вот, Артем Агабеков. Артем, он, знаешь, как-то сказал такую фразу, которая у меня запала очень. Говорит, обработка зова. То есть есть некий зов. Иван Дурак лежит на печи до 30 лет, да? И, в принципе, там все прекрасно, там тепло. И как бы что париться, что вставать вообще куда-то. Но вдруг какой-то зов его поднимает, побуждает встать, и он отправляется по пути своего путешествия героя. И вот Джозеф Кэмпбелл, как мы много раз в нашем проекте упоминали, про то, что ты откликаешься на зов. Поначалу игнорируешь его, но когда второй раз он звучит, уже невозможно. Дальше ты идешь, этот зов, это как, ну, шаманский путь, зов. Призвание, призывание, что-то зовет внутри. И не знаешь что, но ты просто встаешь и не можешь не делать. И дальше встречаешься со своими этими чудовищами, страхами, с околосмертным опытом, возможно, это когда все рушится, горят мосты. Но постепенно возвращаешься, это как Пауло Коэльо, книга «Алхимик», в ту точку, откуда вернулся, в свое родное царство-государство, но ты уже другая. Ты уже сам путь, он тебя привел, и ты пришла, и тебе есть чем поделиться. Ты можешь что-то отдать. Но это же про нашу жизнь. Мы тот самый герой. И вот Артем Агабеков, он мне такую красивую подсветил штуку, что мы слышим зов, и у нас начинается, мы обрабатываем зов, обработка этого зова. То есть мы что-то слышим, и у нас вот туда магнитит, и мы вот мы чувствуем, что вот мы на своем месте, мы начинаем туда топать. И сам путь — это 10 миллионов вещей, которые происходят, но мы как бы обрабатываем этот путь, мы просто их предпринимаем, делаем, спотыкаемся, падаем. И вот здесь мне хочется сказать про, поскольку мы хотим, чтобы проект был терапевтичен, стремимся каждый раз, чтобы он был поддержкой для тех, кто смотрит, кто в этот момент жизни зачем-то набирает тему предназначения. Про падение и про сломы. Я вот, как уже сегодня упомянул, петлю, еще раз вернусь туда, что во время пандемии я помню, что у тебя фактически все обрушилось. Mm-hmm. Все, что ты создавала, первая итерация пути, она бух, накрылась. И я видел Марго. Я не знаю, сейчас она об этом уже не упоминает и, может, даже не помнит, или она это скрывает, так как она сильная же, она же директриса. Но на самом деле я помню ее слабость и уязвимость тоже, когда она со мной лично делилась, что было больно, что... И чтобы я опять к этому вернулась. Не, я просто хочу просто жить. И, там, и вот было много боли. И вот часто ли тебе приходится соприкасаться с преодолениями? И было ли такое, когда полностью отчаялась в твоей жизни? И были ли сложные моменты, переломные, когда ты вообще себя просто вытаскивала или что-то тебя вытаскивало? И как это вот сейчас в твоей жизни вообще работает? И как это соткало эту реальность? Вот такая вот серия вопросов. А ты просто попробуй как бы туда подумать. Mm-hmm. Ну, про пандемию, да, случилось, то, что случилось со всеми, мы нас закрыли, и мы не имели права работать, и поразъехались родители, и у нас был долгов минус 250 тысяч бат. Ну, для меня это было катастрофично, нас попросили съехать с того места, где мы арендовали школу. Ну, в тот момент мне казалось, что, ну, было очень тяжко. То есть, ну, я помню свой стержень, который я знала: Марго, всегда есть выход. У меня прям в голове все сработало. Какая бы ситуация ни сложилась, я всегда знаю, у меня сразу: Марго, всегда есть выход, ты его найдешь. Может, не сейчас, но ты его найдешь. И я его ищу, опять-таки, я говорю, через тело, через йогу, танцы, и это все мне помогает. А вообще... То есть выход есть всегда? Выход есть всегда. Да, это мне был спектакль, как-то один из новогодних тоже, когда у меня эта фраза. Я хочу передать, вот просто когда беседуешь с родителем, так он может и не услышать тебя, а через какой-то творческий акт в школе, который происходит, это возможно. Положить как минимум семя туда, чтобы оно проросло, что-то понять. Про то, как я выбираюсь, падение. Они со мной случаются периодически, когда я сильно-сильно устаю. Сейчас уже, когда я сильно-сильно устаю, прям чувствую, что выгораю.
и я могу дня три просто лежать и не шевелиться, потому что очень много. Накапливать энергию. Да, меня штырит знатно, это правда. Но я всегда выхожу из этого. Выхожу, я даю себе возможность просто ничего не делать. А для меня это очень тяжело, ничего не делать. Просто я генератор, и мне все время надо... Я на такой разгон имею, что просто у меня потом вожжи вот эти... Прям надо ногами вот так упираться в землю, чтобы остановить. Но я учусь этому. Сейчас намного все лучше и лучше. Я справляюсь. Мне нужно здесь сносочку сделать, знаете, как в книгах, на полях внизу делают сносочку. Друзья, на дворе 2024 год. Это означает, что мы уже лет 15 или 20, я не помню сколько, может быть, чуть больше, пользуемся все спокойно аббревиатурами из Human Design и других систем. Для ищущих людей понятен этот диалект. Марго просто использует терминологию «генератор». Что за этим стоит, если вы хотите? У нас тоже есть выпуск с... Ольгой Байковой, великолепным, мощным хьюман-дизайнером. Она как раз эту науку приоткрывает. Но что такое генератор? Это когда ты бесконечный там источник творения. Ты... И я знаю, что для генератора это действует нужно. Mm-hmm. Кстати говоря, ты прикольно сказала штуку, что ты просто лежишь три дня вообще, и как бы и вот просто я знаю, что это не для всех. Для меня это вообще невозможно. Если я просто лежу, у меня начинается распад. Мне нужно действовать вообще. Я через действие себя аккумулирую. Но вот Лу, например, она точно так же в какой-то момент она понимает, что если она заболевает или что-то, ей просто нужно лечь и очень мощно просто проспаться. Mm-hmm. Может быть, день, может быть, или два, и как бы ресурс опять появляется. И тогда, а потом взять и аккумулироваться. Это просто тоже, может быть, кому-то будет какая-то дзинь, да. Колокольчик. Да, да. Вот, ну это один мой инструмент, там, инструмент Лу. Вот. А еще ты задавала вопрос по поводу... Как себя найти, как это вот нащупать? Как у тебя получилось? Во-первых, отвалить от себя. Прям просто разрешить себе ничего не делать. А это тоже искусство. Это я прям вижу, как я... Вот этот мой деятель, я учусь, я в процессе. Я его прям заставляю замолчать, успокоиться, я отменяю все дела, потому что я знаю, что если я этого не сделаю, то мне трындец. Мне трындец, это будет, это, ну, как говорится, у меня большой коллектив, дети тут и процессы, и я ответственна за это. И я понимаю, было несколько раз таких, когда я прям просто не могла, и я... свою вот эту темную сторону выпускала, ну, конечно, в рамках этого, как говорится, допущенного, но я это выпускаю, но я знаю, как все замолкают, и я знаю, какой, ну, то есть я могу просто в тишину через негатив всех погрузить. Я этого не хочу, я понимаю, что я не об этом вообще. Я могу это в себе трансформировать дома, лежа, там, на кроватке своей, там, посматривая какие-то, не знаю, тупые сериалы даже, но оно меня как-то это выравнивает, я понимаю ценность того, что я делаю, и как я хочу что делать, чего я хочу делать, и чего я не хочу делать точно. Я не хочу быть злой директрисой, которая всех строит, поэтому я себе даю время на то, чтобы это все интегрировать и пойти дальше. Ну, как Феникс пошла, умерла, разрешить себе вот эту тему, да, вот это прям быть никчемной, быть ужасной, не мыть голову, не стричь ногти, но разрешить себе вот эту прям туда уйти, побыть в этом, ты тоже часть этого, этого нормально. Я умираю, с ума схожу и потом возвращаюсь, зато такая... Ребята, ну что, спектакль ставим? Там, ну, и вот этот инструмент я нащупал, вот он, я себе разрешаю. Да. А ты скажи, а ты помнишь, кстати, свои, что, о чем ты мечтала? Когда я вырасту, стану большой, или ты не помнишь? О, мечтала, да, я мечтала, когда... Я мечтала быть актрисой вообще. Мне все говорят, так, ты актриса, все в школе. Ну, я не смогла поступить. Во-первых, я из Башкортостана, из Уфы, а у нас там в этом году, когда поступала, я пробовала, была башкирская группа только, набиралась башкирская группа. Я не говорю ни по-татарски, хоть я татарка, ни по-башкирски, и я не люблю готовиться к экзаменам, поэтому я пошла на экономический, куда все пошли. Но хочу сказать, все не просто так. В любом случае, рефлексируя свою жизнь, я понимаю, что мой экономический университет, в котором я училась, он мне помог, у меня был факультет
экономика и управление малым предприятием. Понимаешь, да? Я смогла синтезировать. И это сейчас я делаю. Я сама бухгалтерию веду, ну, я веду малое предприятие. Это осуществилось. То есть это не просто так было сделано. А то, что на актерское я не поступила, ну, мне достаточно здесь театра в школе. И это у меня тоже... планах развития? Не то, что в планах, оно уже происходит. Оно происходит не таким масштабом, но мне нравится то, что у нас такая самобытная история, и что я знаю, что это какое-то начало чего-то еще большего. Ну, ты знаешь, я вот хочу дать обратную связь тебе, подсветить, что я в этом году пришел, когда здесь было уже представление. Мы приехали достаточно поздно, уже перед Новым годом, и ребята нашу дочку включили в процесс, и пусть сколько она успеет, столько успеет, но для нее было важно просто вместе со всеми выступить. А вкус этого выступления отчасти во многом был порожден тоже когда-то в школе, хотя да. Она с самого детства, она на съемочных площадках, она снималась с детства в полнометражном фильме, который скоро, может, я надеюсь, выйдет. И она снималась в рекламах, она была на съемочных площадках, она видела маму, которая бесконечно постоянно актер-перформер. Но при этом, при всем, вот именно этот вкус она получила вместе с Моней, которую вот он, видите, это его царство государства, его тут нет, но он здесь вот появляется. Вот. А, как, они делали воздушную гимнастику на полотнах. Ты никогда этим не занималась. Но вдруг мы приходим, и они выступают вместе, он ее очень бережно страхует, а она делает в воздухе удивительные трюки, и мы такие, ого, так дыхание перехватывает. Но она вот тогда получила этот вкус. И она вот, мы не виделись несколько лет, около 3,5. Но ты все эти годы, она вспоминает всегда вашу школу, между прочим, всегда она вспоминает вас, и Моня ее друг. Вот, и вот этот вкус посеять, когда ты своими руками можешь создать костюмы, маски, отрепетировать. Но я так понимаю, что вы и пишете сценарий все вместе. Все сами делаем. И роли распределяете. Кто-то режиссирует, в том числе дети. Кто-то, я не знаю, пока вы, наверное, кино еще не снимали? Или снимали. Было? У нас были? Был сезон, когда киношники вели продленку. У нас есть фильм. О, фильм «Зоки и Буда». И вы уже это видите. А почему ты не золотой? А я решил, что мне ваш мир намного интереснее. Я остаюсь с вами. Все еще находимся в мире педагогики и творчества, и мы общаемся с Марго про путь, и мы говорим про предназначение, про то, что ткет нашу реальность, про то, как наша жизнь, она нас направляет к какой-то единой точке, где все сплетается, и как интерес нашего проекта – это исследовать, как наши герои, какими образом, способами выщупывают себе место в этом мире. Я знаю, что ты не во всем была со мной полноценно честна до, потому что скрыла от меня или не раскрыла, не успела еще про твой вот этот ключик под названием «Мир, творение, творчество». И то, что ты здесь вот активно транслируешь в этом пространстве, это же вообще мир творчества и творения. И скажи мне, пожалуйста, что есть такое, что ты еще просто, без чего ты отсюда не должна уйти? Из передачи ты имеешь в виду? Из этого мира. Из нашего фильма, на самом деле. Ты спросил про инструменты, которые я использую, и я забыла действительно про то, что самое главное вообще для меня это творчество, это процессы, которые происходят. В творении вообще всего происходящего. И мы учим детей этому. Я сама наполняюсь, когда ухожу. Я обожаю вот эти творческие воронки, потоки.
когда захватывает тебя муза, вдохновение, и ты что-то там создаешь. Я могу уйти целый день, например, шить куклу или там рисовать картину и быть в этом, в этом магическом процессе, когда тебя просто забирают, ты соединяешься в это единое, и у тебя, через тебя вот это происходит, вот это что-то, какой-то результат, не знаю, картина или кукла, или еще что-то, куча всего. И задача школы, нашей школы, именно научить детей творить, именно, потому что это самый основополагающий ключ действительно для человека, для его развития, для его существования, уметь быть в сотворчестве с миром. И вот по мелочи, как держать краски, там, как держать кисточку, как пользоваться той или иной краской. Это все здесь у нас происходит. У Марата мастерская бамбуковая, где дети учатся сверлить, пилить, пользоваться инструментом, создавать из бамбука природных материалов, которые очень изобильно здесь дает нам остров, это Таиланд. Мы из них творим чудеса. Ну, вы можете наблюдать это у нас в пространстве. И я знаю, что меня впечатляет один из друзей Марго и один из педагогов, преподавателей, я так понимаю, что один из тех, кто здесь творит тоже вместе эту реальность, вот Алексей, который к нам все время между перерывчиками подходит и нас закидывает очень многими разными творческими классными идеями, которые мы только вообще и даже не успеваем переваривать. Но тем не менее он очень много нам подсказывает и показывает. Вот это японские шахматы, я уже забыл, как они называются. Сёги. Сёги. Только говорит катасёги. А такое, что такое катасёги? Потому что это про котов. Потому что если это будут просто изображения иероглифов для детей и для западной ментальности, это будет скучно и неинтересно. А так как это для... Мы работаем с славянской прошивкой в основном. Хотя я знаю, что у Марго есть план. Дальше к ним постучался мэр, который сказал, что а почему вы работаете только с русскими или русскоговорящими людьми, почему вы не работаете с тайскими? И, возможно, вот они идут даже туда, с тайскими детьми будут работать. Как это организовать? Так вот, и вот катасёги. Там есть коты, изображение котов и японские шахматы. Вот он мне только что показывал. И вот, собственно, я знаю, что этот педагог, он он привнес в школу какие-то удивительные правила. У него был 4D, опыт. Да. Правило 4D, он, наверное, лучше сам это расскажет. Привет, я Алекс, педагог Cool School. У меня за плечами порядка 9 лет работы с детьми. Я несколько лет работал вожатым и педагогом в лагере «Полярный круг». Это Кандалашский залив, Белое море, на базе МГУ биофака. Все знания, все точные какие-то структурные знания, они немножко позже могут закладываться. У нас есть точные предметы, математика, языки и так далее, но упор у нас все-таки на творчество и раскрытие внутреннего потенциала для того, чтобы ребенок не бросил учиться, не стал к этому относиться как к чему-то нудному, неприятному. Вот. Сейчас я педагог Cool School, и у меня есть ряд предметов, которые я веду. Например, это upcycle, то есть мы создаем все из всего. А привычный мусор, который общество потребления выбрасывает, выпил бутылку, выкинул, и все, и дальше это куда-то идет, засоряет планету. Мы учимся экологично мыслить, мы учимся видеть в этой бутылке не просто использованную какую-то вещь, а форму, которую мы можем разобрать и собрать из этого свое. И из этих бутылок получаются космические корабли, единороги и что угодно другое. В общем, хочется пожелать, чтобы чуть-чуть это дело все вот, как планета маленькая, как семечко. И семечко превращается в замечательный цветок или дерево, а то и лес, а то еще новая планета. Чтобы вот почковались. И чтобы молва неслась по свету, и чтобы говорили, да, не зря эти люди затеяли такую прекрасную штуку, как школа на Пангале. А вот я знаю, что из рассказов моей дочки, которая приходит, произносит иногда очень странные слова.
Нет, друзья, она не ругается. Она произносит слова типа какой-то робот английский какой-то. Телекот. Что это значит? Что это телекот за это никнейм нашего учителя Сергея, но он чисто вот телекот и все. Он ведет у нас игровой английский и игровой клуб. Это все подвязано на любимых гаджетах детей, потому что ну, мы не можем у них забрать это часть жизни, это современное, то, что их развивает, это продолжение их вообще, мы знаем об этом и учитываем факт, поэтому урок построен через игру, то есть он компьютерный, это коммуникационные игры на английском языке, там есть правила, по-русски сказал, джойстик потерял. Поэтому дети замотивированы, чтобы пройти вместе игру, а там важно очень пройти игру вместе, ибо кто-то, если кто-то не понимает и не делает определенные правила и соблюдает, то игра не состоится. И вот задача телекота вот эту коммуникацию создать через гаджеты. Чтобы мотивировать детей учить английский язык, да. Что это интересно. Ну и общаться между собой, договариваться, это очень важные штуки. Прикольно. Классная находка. Кстати, вот Марго сейчас сказала правила игры, а мы знаем, что в любой игре должны быть правила, иначе игра рассыпется, просто она не состоится, да? То есть как бы это данность, это и есть как бы начало игры. Чтобы игра состоялась, необходимо, чтобы собрались игроки. Вот игроки собрались, мы все, да, и вот она, игра состоялась. Но должны быть правила, это следующая часть. И у них есть правила. Я спросил у Марго, насколько они жесткая структура, которая там, ну, как бы, когда нужно, дисциплину делают так стрикт, строго. Вот. И Марго говорит, что да, такое бывает, что есть определенные зоны, которые пересекать нельзя, границы определенные. Конечно. И Марго тщательно, они относятся к выбору, в том числе и тех, кто будет взаимодействовать не только на уровне педагогов, а кто в коллективе будет из детей, кого можно пригласить, кого нет. Я знаю, что это ну, некий какой-то естественный отбор происходит по каким-то критериям их внутренним. Мне вот хочется сказать, что я знаю, что бывали случаи, когда даже студентам, учащимся, детям было дальше отказано совместно взаимодействие, сотрудничество и обучение, потому что были нарушены определенные правила. Звучит строго, можешь как-то это расшифровать? Ну, но у меня всегда есть надежда на то, что я могу как-то помочь человеку, ребенку, родителю. Не знаю, такая амбициозная история. Но иногда у меня не получается этого делать, потому что ну, мы не можем договориться. И в этом случае я выбираю себя, свое состояние, потому что когда деструктив в пространстве, я не могу на это повлиять, это очень проблематично, сложно для меня вообще психологически выдержать. И я вижу, как это влияет на весь процесс, поэтому я вынуждена попросить сказать, что извините, мы друг другу не подходим. И, ребят, попробуйте. Ну это типа чего? Что нужно, чтобы тебя как бы достать? Ну что нужно, чтобы ты отказала в каком-то ну, взаимодействии? Во-первых, не драться. Мы одно из самых важных, чему мы учим детей, это уважать и любить друг друга. Ну, это важно очень, уметь договариваться. Если я не могу договориться с ребенком после нескольких попыток, я понимаю, что ну, это не моя зона ответственности, уже это уже другие ребята, специалисты будут работать с этим. Я говорю, окей, я сдаюсь. Но это связано с драками в школе, с враньем, воровством. Вот эти три вот очень для меня прям они меня сильно триггерят. Я аккуратно попробую приоткрыть и рассказать, что был случай, когда один мальчик решил игру Майнкрафт перенести в реальную жизнь. А там я сегодня, кстати, только узнал, я знаю, что это супер популярная игра, наверное, самая мейнстримовая, что там нужно все разрушать и разбивать, и добывать, mm-hmm. и через это открывать. Вот, и он взял лом, я так понимаю, дали какую-то штуку и начал здесь все разрушать. Он еще сделал это не сам, а попросил мальчика, давай поиграем в эту игру. И то есть он наблюдал, а мальчик разрушал. И это было, да, последней каплей. Не насколько человек может, ребенок, насколько может быть деструктивным. Это немножко, нет, это немножко меня устрашает. И я
отказываюсь с этим взаимодействовать. Ну, может быть, когда-то я вырасту и смогу это преодолевать. Но пока я честна с собой, я понимаю, что окей, ребята, я не играю в эту игру, мне неинтересно. Я выбираю себя, спокойствие в своем пространстве и, извините, до свидания. Это про то, что мы прекрасно осознаем, что когда большая школа, и там несколько сотен там, или тысяча человек учатся, не знаю, сколько бывает, что очень трудно контролировать всю дисциплину. Но когда это вот такой очень индивидуальный подход, а со мной ребят поделились, что они стараются исповедовать очень индивидуальный подход к каждому человеку, каждому студенту, каждому преподавателю-педагогу. Все правильно говорю? Да, это я повторюсь о том, что это такой наш творческий образовательный эксперимент. И одна из... Мне очень нравится, и я вижу, как нравится это педагогам, потому что для них это тоже развитие, раскалибровка такая их способностей, да. И когда дети раскрываются, когда мы видим какой-то талант у ребенка, и делаем акцент на это, да, и взращиваем это, и что-то получается потрясающее, реально. Когда там родители пишут: «Марго, благодарим тебя, мой ребенок после вашей школы начал там играть на барабан в группе», или там рисует потрясающие картины, просит купить пластилины и пошел в керамическую мастерскую. Для меня это вот прям вот, вот о чем я, вот это я хочу. Мне нравится заражать творчеством, вдохновлять. И мне вот, это вот моя миссия, видимо. Невидимо, это так есть. Я для этого здесь. И когда раскрывается, ну, я повторюсь, опять-таки, это не только с детьми происходит, это и с педагогами происходит, когда мы даем свободу проявлять себя так, как им интересно. Не то, что я сказала, давайте вот мы по этой методике будем работать, и все, и точка. Нет. То есть они приходят своим опытом, багажом, и они хотят этим делиться. Мы это смотрим, что мы можем в общем из этого сделать. И у нас каждый сезон получается бомбическим. И я прям смотрю, думаю, Господи, спасибо тебе за вот, за вот это. Мне хочется сказать, что, друзья, если у вас есть в планах и приплыть на этот остров, здесь какое-то время находиться, и, возможно, вы как раз тот самый педагог, кто может что-то, какую-то творческую идею привнести, где вы, возможно, раньше не могли реализоваться, например, как бы не во всех вообще учебных заведениях есть такая возможность. Вот можно постучаться к Марго, возможно, вы как-то действительно что-то соткете, очень какую-то новую уникальность. Потому что я так понимаю, что каждый раз, каждый человек добавляет свою какую-то уникальную уникальность на ту структуру и базу, которая есть как обязательная, по которой происходит аккредитация. Ну, кстати, вот это тоже надо коснуться. Расскажи. Да, у нас есть аккредитация в школе. Дополнительная услуга для родителей, которые обеспокоены тем, что нужно ребенка переводить из класса в класс. С 1 по 9 класс мы имеем право, мы, так как мы сотрудничаем с российской школой, московской, МШЗД, московская школа завтрашнего дня, у нас есть такая возможность, то есть есть учитель закрепленный, который помогает детям из класса в класс проходить аттестацию по программе «Школа России». Пожалуйста, как бы, ну, часть детей так и учится, часть детей учится, которые бродят по миру, как говорится. Вот, им очень удобно это. Ну, я могу сказать про нас, что вот в этом году мы давно не были в Таиланде, давно не были на острове. Нас сюда принесло, потому что мы здесь сделали мероприятие. И для нас, мы сейчас были взволнованы тем, что у нас дочка во втором классе. Она у нас на онлайн-образовании в классной школе онлайн. Но для нас, как для родителей, онлайн это очень непросто. И мы стараемся, когда мы где-то бываем, создавать живые занятия для Теи, чтобы она с разных сторон развивалась. И когда Лу сказала, что у Cool School теперь есть возможность обучать по школьной программе, и что у них там вообще все расцвело, для нас это был фактор вообще, что да, мы подписываемся в принципе на то, чтобы создавать мероприятия на Пангане в Таиланде, и да, мы будем проводить это. Ретрит мы делали. Будем проводить, потому что, на самом деле, для, ну, Тей будет интересное развитие. Это для многих людей очень важно. Конечно, есть много беспокойных родителей, потому что они возвращаются в Россию, там, в свои родные места, и, а у нас строго с этим в России. То есть могут и родительских прав лишить некоторых. Но есть такие родители, вот они мне очень больше всего нравятся, которые не обращают на это внимания. То есть они
выбрали путь свободы без каких-либо там систем и штук. Они понимают, что им, их ребенку нужно. Это вообще для меня идеальный родитель, который не заморачивается. И он разрешает своему ребенку гармонично втекать в среду, брать оттуда естественные вещи, которые, да, ну, базовые вещи, конечно, я согласна, русский, математика нужны прям 100%. Но остальное они как бы так интуитивно тоже берут, и что-то получается потрясающее. Много примеров таких за 6 лет у нас. Я изначально думала, что это бизнес. Но когда начала деятельность работать с детьми, с родителями, я поняла, что это вообще не бизнес, что это именно служение. И вот в тот момент, когда у меня сознание произошло, что это все-таки служение, а бизнес это просто для поддержания штанов, ну потому что мы не зарабатываем столько, сколько планировали, как говорится. Но и вот в тот момент, когда я поняла, что это служение, у меня и переоценка произошла, что оказывается, мне именно дано сейчас возможность, дана возможность себя реализовать как человека. Потому что вместе с созданием школы я почувствовала свою человеческую реализацию. Я почувствовала, как расцветаю, как я выполняю какую-то очень важную миссию. И там нет эго, тщеславия абсолютно. Там именно такая помощь такая изнутри. Типа, что я могу сделать, чтобы было еще лучше в этом мире, там, теплее, красивее. Там. И вот на этом строится сейчас моя деятельность. Вот об этом Cool School. Мне бы хотелось, чтобы это приносило доход, чтобы мы могли развивать это место дальше. Ну, это случается потихоньку, вот сейчас это происходит. Спасибо тебе. Это отдельная магия, когда следующий этап игры, когда уже свое дело жизни, свое служение, свою миссию, вдруг ты еще и понимаешь, как сделать таким образом, чтобы она начала приносить на жизнь и вообще развиваться, и тем, кто создает это, давать возможность спокойно, свободно дышать. Я понимаю, что это важно, и вам хочется пожелать на этом пути красивого развития, гармоничного. И я вот почему-то очень верю в ваше дело. Спасибо, что вы есть вообще. Благодарю тебя за внимание, за возможность нашей дочки вообще дружить с вами. Вам спасибо большое. Пока-пока, друзья, и до новых встреч.